Ивановские многодетные семьи получат бесплатно в собственность земельные участки в городской черте. Согласно закону, семьям, воспитывающим троих и более детей, положены земельные наделы. Правда, обычно это участки, расположенные в ближайших к областному центру районах. В декабре 2018 года были сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 87 земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов в районе улицы Дальняя Болинская в Иванове. Общая площадь территории застройки составит порядка 20 гектаров. Распределять наделы будут в порядке очереди. На сегодняшний день в ней состоят 1589 семей. Администрации города проводились переговоры, и в муниципальную собственность города Иваново переданы участки в районе, передан земельный участок в районе улицы Дальней Болинской из федеральной собственности, и администрации города сформировано 87 земельных участков, которым сейчас присваивается адресная часть. После присвоения они будут включены в перечень с целью последующего предоставления в собственность многодетным гражданам. Площадь земельных участков варьируется от 998 квадратных метров до 1200.